Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем, как всегда, с ивента. Давай посмотрим, что здесь у нас за задание. Ага. Значит, друзья мои, бонг-чуи тут стоят. И нам нельзя, чтобы их съели. То есть будем их защищать. Ну, давай попробуем. Так, мина. Давай сюда поставим. Быренько с тобой сейчас все здесь заминируем. Так, хорошо, что он пока медленно идет, этот зомби. Я надеюсь, бонг-чуй его еще и ушатает сейчас. И будет у нас с тобой удобрение. Так, ну что, мины я поставил. Вроде бы все неплохо, давай еще рядочек заставим. Смотри, 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 пруд, а? Аглоеды, охламоны. Ладно, этот зомби-то простой, а вот следующий, который с колпаком, он будет посерьезнее противник. Давай, наверное, поставим с тобой лазербин сюда. Еще одну мину. Так, 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 подожди, вот сюда, наверное, лазербин. Пока вроде бы все хорошо. Оу, ё-моё, друзья мои. А вот это уже серьезный зомби. Уже не с колпаком, а с ведром на голове. Его нужно быстрее уничтожать. В плане, подожди, подожди, подожди. Фух, хорошо, что они ватные, которые у нас прыгают. Ну, ты видел. Так, первая волна вроде бы кончилась, но... Твою же налево, блин. Давай быстрее, быстрее. Все тут надо заставить. Защита должна быть обалденной. Ты посмотри, что творится тут. Ох, ё-моё. Боюсь, здесь вот так придется сделать. Так. Смотрим внимательно за нашими бонг-чой. Потому что если съедят, то мы с тобой, скорее всего, проиграем здесь. Пока вроде бы все под контролем. Так, я смотрю очень внимательно. Да, вроде бы все хорошо. Так, мы с тобой, наверное, сейчас сделаем, знаешь как? Мин. Везде здесь разбросаем, да? Вот таким вот образом. Окей. Ха, столько лазербинов у меня стоит на первом ряду, посмотри. Аж 3 штуки. Этого, я думаю, более чем достаточно. Все, что ли? Да ну. Отлично, справились. Так, ну и забираем с собой подарки. Отлично. Вау. И тысяченочку золотых. Ну что, я думаю, наверное, стоит еще разочек пройти. Потому что тут довольно неплохие подарки нам дают. Так что давай, наверное, сейчас так и поступим. Ну, вот у нас с тобой и вторая попыточка. Надеюсь, она так же легко у нас пройдет, как и первая. Давай сразу будем везде выставлять мины. Давай, давай, вон зомби уже ползут. Ты посмотри, а. В свитерочках. У них вот свитера прикольные, да? Такие рождественские, можно их назвать. Ну все, замедляшки мы с тобой поставили. Теперь будем выставлять наши мины. Ну куда ты вот прешь, а, охламон? Вот этот зомби, конечно, крепкий. Блин, мина. Ты что так долго там созреваешь? Давай, наверное, поставим сюда еще лазербин. Сюда поставим. На каждый ряд, да? По лазербину, и будет все у нас окей. Ну, ага, здесь можно, в принципе, вот так сделать. Сюда вот мину. И вниз надо поставить, потому что... Она уже здесь отработала. Здесь можно сюда влепить пока. Лазербин. Давай сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Опять эти прыгуны здесь. Ну, еще раз повторяю, они очень, ребята, ватные. Поэтому их быстренько бонг-чой уничтожают. Ага. Идет, аглоедушка.
Вот сюда поставим с тобой грибочек. Вот совсем мне не нравится, вот что здесь у нас внизу с тобой творится. Смотри. Усиленные зомби идут с ведрами на голове. Как бы нам с тобой... Не, все хорошо. Все обошлось. Так, еще сюда с тобой поставим гриб. Вроде бы все под контролем. Так, и давай вот так сделаем. Раз. И два-с. Мин очень много. Я думаю, что теперь тут точно никто не пробежит у нас. Не пролетит. Не прошмыгнет. Все, последние зомби. Нам только от них отбиться, и победа будет за нами. Бумс. У меня уже даже некуда выставить вот эти вот грибочки. Да, в принципе, это и не обязательно делать. Давай вот этих вот последних. Все, друзья мои, мы прошли. Ну что, я тебе скажу, ивент довольно прикольный, особенно подарочки. Вау. Слушай, а ведь это растение нужно покупать или открывать его? Можно, я имею в виду бесплатно. Нам нужно глянуть, зайти и посмотреть. Почему-то мне кажется, что оно покупается именно за деньги. Но ведь я могу и ошибаться, я не такой знаток этих растений, чтобы что-то утверждать. Так, давай глянем, где оно у нас. Это растение, которое делает снежный комочек. И где же ты? Я почему-то пока не вижу. Покру мы с тобой открыли в прошлый раз. Так, у нас тут киви. Блин, вот все-таки, ребята, да? Сколько раз уже пожалел о том, что я в свое время поленился открыть взрывной орех. Слушай, по-моему, этого растения у меня здесь нету. Я не вижу. Хм-м, интересно. Неужели я настолько невнимательно смотрю, что я не могу его увидеть? Снежный комочек делает. Слушай, не вижу и все. Ладно. Ничего страшного. Ну что, ивент мы с тобой прошли. Что нам еще остается? Можно пойти, конечно, на арену. Так, давай здесь с тобой заберем награды. Гемы. И тут тоже гемы. Итого 17 гемов. Что у нас там на огороде творится? Давай посмотрим. Опа. Так, деньги. Этих мы забираем с собой. Сюда высаживаем. Сюда высаживаем. Ну, в принципе, неплохо. Свекла у меня такая в шлеме. Со своими этими наушниками. Все такая на позитиве. Кстати, нам же еще можно, знаешь, что сделать? Взять бесплатную вот эту вот пиньяту. Давай посмотрим, что у нас тут выпадет. Так, 5 орехов. Отлично. И морозный арбуз, который... Ай-яй-яй, не могу, ребята. Чуть-чуть буквально не хватает двух семян, да, для этого арбуза, чтобы его прокачать. Ну что, мы, может быть, двинем на арену? Или как? Больше нам пока вроде бы и нечего делать. А что у нас вообще на арене творится? Давай посмотрим. Так, на арене. Во-первых... Ага. Соточка, да, нам нужно, чтобы получить 30. Она открывается при 250, да, семян. Не знаю, ребята, за этот сезон я, наверное, не смогу открыть. Но побороться вот за эти призы, я думаю, что стоит. В прошлый раз, ты помнишь, да, мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы заработать 8 пиньят. И меня это очень сильно разозлило. И мне посоветовали не брать все-таки ледяных грохострелов, а посоветовали взять что-нибудь другое. А как их не брать, ребята, если они у меня по умолчанию стоят? Видишь? Вон они. Так что я здесь ничего не поделаю. Значит так, здесь у нас будут бегущие, да, зомби. Возьмем с тобой льдинку. Возьмем с тобой мины. Где у меня примитивная мина? Вот она.
Примитивная мина. Так, можно взять покру, в принципе. Да? Давай возьмем, попробуем ее, протестим. И что же еще тут можно взять мне? Ледяной арбуз? Ну, в принципе, можно. А можно даже... Нет. Ледяной арбуз. Слушай, у меня же вот этот вот неплохо прокачан, да? 6 уровня. Хм. Наверное, фигня получится какая-то. Но, тем не менее, я просто хочу, ребят, протестить. Просто протестить. Так. Выставим обычных горхострелов. Плюс по арбузику. Ну и ледяных. Так, а здесь мы с тобой выставим просто мины. Потому что против бегущих зомбарей даже вот эти вот мины нас не спасут. Капелька может спасти. Ну и, как ты понимаешь, здесь очень медленно добывается у нас солнышко. Вон, 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 видишь, уже бежит. На истерике. Конечно, можем их заморозить, но пока вроде бы справляемся. Что тут у нас происходит? Как всегда, появился король зомби. Смотри, 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 взрывной. Взрывной зомби здесь был и уничтожил мне растение. Я хочу попробовать взять покру. И, блин, а я его не успею, да? Не успею, ребят, взять. Не дадут, потому что я, еще раз повторяю, очень мало здесь даю солнечной энергии. Тем более, как ты видишь, идет зомби. Гаргантюа. Ну-ка, посмотрим. Так, 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 тихо, 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 родные мои. Ну вот куда ты там бежишь, а? Вот охламон, куда ты разогнался? Объясни мне. Шпарит, видишь, он бежит. Давай быстренько, быстренько, ну. Так, отлично. Тут все у нас пока хорошо. Да, даже вот этот, ребята, обычный горохострел меня особо здесь не выручает. Хотя он прокачанный до 6 уровня. Этот король зомби достал уже, а? Вызывает своего шута. А тот в свое время превращает обычных зомби в рыцарей. Вот сейчас было неплохо. Ну, тут, ребят, победа будет за нами, потому что я вижу, оппонент у меня, ну, просто... Ну, ни о чем, ребята, он практически ничего не собирает. Ты видишь, да, сколько мало у него этих очков. Так что это будет победа просто изейшая. По-другому и не назвать. Ну и я, честно говоря, не очень доволен своим результатом. Всего лишь 300 тысяч очков. Ну это как-то кисло. Надо помощнее, чтобы у меня было подлям. Вот это было бы уже дело. Как же меня вот этот гаргантюа бесит, а? Не могу прям. Который именно бомбит своими лазерами. Он уничтожает не растение. Понимаешь? И вот этот вот арбуз, который морозный, он, конечно, неплох, я не спорю. Но он такой медлительный. Ать, 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 смотри, смотри, пробегает, пробегает. Все-таки пробежал. Мелкий пройдоха. Нет, я недоволен своим результатом здесь. Несмотря на то, что мы с тобой заработали 413 тысяч очков, мне это не нравится. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем одну перчатку. Так, может быть, мы с тобой, конечно, сегодня 100 кубков и сможем заработать. Так, 4 конфеты дальше идет. Давай-ка подумаем еще, что мы можем с тобой сделать. Как мы можем улучшить, да, нашу боевую комплектацию. Мы можем, в принципе, взять с тобой шипы. Кокосовая пушка, она всего лишь один раз действует. Лазербин, ну так себе. Ну попробуем, сейчас секунду, вот так сделаем.
От покры здесь толку мало. Мы это убедились. Также вот от этого тоже мало толку. Кого нам взять? Может быть, примитивный горохострел? А если я вот так вот сделаю? Если я сделаю через... Так, подожди-ка. Кто-то сказал, кстати, вот этих вот взять. Говорит, прикольные. Давай попробуем. А, я не могу взять, ребята, лунный цветок, поэтому отменяется. Отменяется эта команда. А что ж тогда? Блин, без лунного цветочка плохо. Грушу? Ну, нет смысла грушу брать. Этих, что ли? Тоже, ребят, не вижу смысла. Да, паршиво, конечно. Вроде бы и есть выборы, в то же время, ну, такой слабенький. Можно вот эти, конечно, попробовать взять. Катапульты я не буду брать. Куриные, потому что, ну, вообще от них толку мало. Давай, наверное, возьмем вот так вот. Погнали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Давай выстрелим. Ледяные горхострелы. Так. Пускай у нас тут с тобой стоят арбузы. А чем мне арбузы, ребята, прикрывать? Нечем. Да, вот это лопухнулся я. У меня арбузы не прикрытые. Ну, вообще вот здесь вот ничего не... Они сейчас просто пробегут и промнут меня. Ну, конечно, мины здесь помогут мне какое-то время. Сюда надо было брать не вот это вот, а тогда уже ледяную мяту. Согласись. Ладно, посмотрим. Ну-ка. И что она сделала? Мята фурычит, а толку я от нее не вижу никакого. Вот так вот. Ладно, зомби бегут. Ну, как всегда, ребят. Как всегда, как все обычно в своем репертуаре. Куча зомбарей. Нужно все это дело замораживать, естественно. Так, слушай-ка, а там у нас... На каком ряду-то они стоят, не могу понять. Здесь? Нет, по-моему, ни шиша не здесь. Как ты заколебал, а? Гаргантюа этот, ну, просто достал. Так, заморозочка. Давай вот сюда, наверное, с тобой поставим мину. Пускай там все взорвется. В пух и прах. Смотри, смотри, бежит. Отбегался свое. Вот этих еще мелких нужно поджигать. Ох, ё-моё. Дай удобрение мне сюда на место. Давай мяту включим. Не, друзья мои, от этой мяты вообще никакого толку нету. Просто по нолям. Я думал, что она будет на арбузы работать. Ага, работает она на арбузы, как же. Ничего подобного. Давай срочно мину, где? Вот сюда вот, наверное. Блин, я не могу туда поставить. Вот так вот. Бегут. Неуклюже, да? Пешеходы по лужам. Ага. А тут-то смотри, что происходит. Вообще у меня почему-то пробили ряд. Здесь у меня стояла защита. И ее уже нету. Так, срочно вот так вот делаем. А зачем он, интересно, замораживает вот эту вот дорожку? Для чего? Я помню, в первой части, по-моему, да, у нас были такие зомби на коньках, на санках. Опа, тут вообще у нас с тобой защиты не осталось. Прикинь, они все поджарили. Ну куда ты бежишь, а, Аглоед? Ну вот куда ты бежишь?
разогнался. Слушай, тут тактика еще хуже, чем была у нас в первом бою. Вот тебе показатель того, что у меня здесь осталось. Так что я не вижу вообще никакого эффекта против этих вот ледяных горхострелов, арбузов. Надо что-то другое брать. Но, тем не менее, 4 конфеты мы с тобой заработали. Давай что-нибудь поэффективнее. Если брать боулинг, ну, он эффективен только лишь в первой фазе, да, когда мы его только выставляем. А дальше он будет так себе работать. Монстер. Ре, наверное, не хватило, да? Ладно, берем с тобой как... Подожди, нет, вот этого берем. А дальше... А если я возьму пенек? К примеру, да, пенек. Лазербин, кстати, вот это неплохой гриб. Ну, лаву, гуаву нет смысла здесь брать. Это я тебе точно говорю. Возьмем мины. Возьмем с тобой миночки и... Хе-хе-хе. Дейзи, Дейзи неплохо, конечно. Она замедляет противников, и это очень классно. Это очень классно, что она замедляет их. 3 стрела, может быть, взять. На кабачок мы с тобой разоримся, если будем постоянно его выставлять. Там как бы, ну, невыгодно нам. Обычный арбуз. Кто-то сказал, возьми цитрона. Но он 2 уровня. Ребят, стоит ли его убрать? Может быть, нам лучше взять... Кактус. И вот так вот. Посмотрим, что у нас из... А, подожди, подожди, подожди. Без капельки я не хочу, ребят, играть. Где у меня морозная капелька? Вот она. Так, мы, наверное, заменим с тобой. Вот таким вот образом. Слушай, а получается фигня, да? Мне тогда придется ставить горхострелов без пенька. Потому что если мы будем с тобой выставлять пенек, то он должен быть вот здесь вот стоять. Потому что иначе лед будет таять. Давай с тобой вот так вот сделаем 50-50. 50 на 50. Посмотрим, какой будет результат. Какой ряд будет подчищаться быстрее. И если тот, где у нас с тобой огонь, значит, мы будем с тобой делать упор именно на огненных горохострелов. Через пенек, естественно. И вот так вот сделаем. Ну, в принципе, можно запускать, да? Поехали. Сейчас мы с тобой посмотрим. Эти горохострелы у меня очень быстро бомбят. Плюс еще не забывай, что они будут у меня стрелять огненными горошинами. Огненными горошинами. Так, пока неплохо. Куда, куда, куда ты разогнался? Шитик. Бежит он там, сломя голову. Пока не ясно, если честно. Кто-то сильнее. Так, ну, блин. Пенек уничтожили, а это посмотри. Пенек в ярости. Аж синий огонь, ребята, бомбит. Зачихал, зачихал там. Так, ладно. Блин, сюда-то бесполезно его ставить. Короче, непонятно, друзья мои. Тут никак не сравнишь, потому что, ну, сам видишь, какой хаос тут творится у меня. Угу. Заморозочка. Но я тебе скажу одно. Бегущий зомби почему-то не уничтожает сразу пенек. Он его не может сразу сбить. Он как бы врезается об него и все. Так, давай везде мин поставим с тобой. Но-но-но-но-но-но. Что это? Погнали. Бомбим давай по нему. По этим спортивным зомби. Единственный какой, ребята, я вижу результат, что вот здесь, где есть ледяной горохострел, да, мы можем с тобой их замораживать, зомбарей этих.
И это дает нам, ну, небольшое преимущество. Замедляем просто-напросто их, и все. Так, тихо, тихо, что-то тут как-то вообще у нас жуть какая-то творится, так смотри. Гаргантюа тут вовсю гуляют, понимаешь? Все равно, да, все-таки пробивают мне оборонку здесь. Но это за счет, ребята, выпускающих маленьких зомби, которые летят и взрываются. Вот эти вот. Ну и, конечно же, лазерные лучи от гаргантюа ботов. Ну-ну-ну, смотри, вот. Видишь, вырезается пенек. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же вы творите? Нет, все-таки они сильные. Посмотри, как там с тобой тяжело с ними бороться. Да, ну, победа за нами здесь. Все равно почему-то я недоволен результатом. Чего-то не хватает. А, мы с тобой зарабатываем две пиньеты. Давай их быстренько вскроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Сумрачная катапульта, это хорошо, ребята. Тем более она скоро прокачается у нас. Ну и бонгчуй, 10 семян. Ему еще до прокачки далеко и далеко. Так, ладно. Что сделать? Какую лучшую тактику подобрать, а? Я на каком месте-то уже? На 6-м пока еще. Я на 6-м месте так и останусь. Так, за 2000 монет, я думаю, стоит подраться. Бин против нас. Эх, я не знаю. Давай попробуем, знаешь, через что сыграть. Какой-то у нас... Так, секунду. Без мины я никуда не пойду. Я не хочу драться без нее. Давай сыграем с тобой на огненных растениях. Просто посмотрим. Хотя огненные... Нет, ребят, нет. Огненные не прокатят. А вот эти вот на кого у нас работают? Вот эти на отраву, да? На отравляющих. На отравляющих, ага. Это на мины. Давай вот эту возьмем с тобой. Можно было бы, наверное, томат взять. Как ты думаешь? Давай сыграем за сумеречных. Да, я знаю, ребята, нету у нас с вами, к сожалению, нашего лунного цветка, который усиливает эти растения. Ну, хотя бы просто попытаться. И вот так, наверное, сделаем с тобой, да? Попробуем. Просто хочется посмотреть. Разные тактики, я просто, ребята, смотрю по именно по очкам. Какая команда больше всего нам принесет с тобой очков, та будет самая эффективная. Как по мне. Но не забывай, что здесь идет рандом. Зомби идут по-разному. Где-то можем пропустить, где-то могут кого-то к нам подкинуть. Сам понимаешь, да? Так, сумеречная катапульта сама по себе, она неплохая. Но под усилением, конечно, она была бы намного лучше. Ну что, ждем. Так, я еще вот таким вот образом сделаю. Ну. Так, выставим и поставим сюда с тобой орехи. Пускай они тут стоят. Так, кстати, закрывают нас, защищают своим барьером. Мы еще можем с тобой вот так вот сделать. Так, я вот сюда еще поставлю орех на всякий пожарный. Да, сумрачная катапульта, это, конечно, хорошо. Гаргантюаха ползет, посмотри. Несчастный, а? Так, мне гриб, гриб надо поставить, вот сюда его влепим. Ты посмотри, а ему пофиг, он, ребят, даже через этот... Через щит своим лазером может пробивать. Так что, зато мелкие ханурики не смогут пролететь здесь. Они, по-моему, будут врезаться об щит. Я могу, конечно, ошибаться.
Давай, 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 травим их там всех. Так, ну им не нравится. Ты посмотри, какой мы там погром с тобой делаем. Я мин. Попробую, ребята, здесь расплодить чуть-чуть побольше. Так, сюда я поставим еще один орех. Так, минута у нас с тобой времени. Неплохой результат. Да-да-да, бегут, бегут эти зомби. Но, видишь, ничего у них не получается пробиться. Они до сих пор не могут. Нифига, я тут погром устроил. Ну, слушай, ну, если брать чисто по защите, это, по-моему, лучшая тактика здесь, вот в данный момент. Пробиться они не могут. Мы уничтожаем зомби еще до того, как они появятся, можно так сказать. Плюс наши мины здесь работают идеально. Ну, ты сам видишь, результат, по-моему, очень хороший. А если бы здесь бы еще был бы лунный цветок, то я считаю, вообще было бы замечательно. Согласись. С лунным цветком мы бы здесь таких делов бы натворили бы. У нас бы здесь сумеречные катапульты, во-первых, бы очень некислый урон наносили бы. Да и вообще все было бы идеально. Слушай, ну пока в данный момент я считаю, что это одна из лучших тактик. Так, ну что, 2000 монет зарабатываем с тобой. И у нас еще две пиньяты есть. Ледяные. Ну что, будем за них драться? Друзья мои. Давай еще разочек с тобой протестим эту тактику. У нас 5 перчаток. Слушай, у нас есть шанс с тобой получить 8 пиньят. Что ты на это скажешь? Не против? Не устанешь смотреть-то, а? Ареночку. Я думаю, не устанешь. Ну, а если что, ты можешь всегда промотать. Давай еще разочек с тобой протестим вот эту самую нашу комбинацию. Если она еще боя 2 покажет себя идеально, то, в принципе, ну, можно сказать, что мы нашли с тобой топ-команду. Именно из растений, которые может здесь противостоять. Так, все здесь минами заложим. Так, и в принципе пока все, да? Да. Пока все, ребята. Ставим с вами сразу же орех один. Где-нибудь вот здесь вот. На первом рядочке. Ага, короли появились. Вот так вот выставляем. Сразу у нас барьер появляется. И начинаем выставлять сумрачные катапульты. Сразу... Ой-ой-ой, не туда, ребята. Так, давай-давай-давай сюда выставим. Еще один орех. Давай-ка, наверное, сделаем с тобой гриб, поставим туда. Ну и вот так вот. Король там что-то дает приказы свои. Ага. Идет Гаргантюаха. Как всегда, начинает тут все мне сжигать. Так, что у нас там с минами, я не могу понять. Хм. Твою ж налево. Все вроде бы хорошо, ребят, кроме одного. Гаргантюахи все-таки могут издалека сжигать мои растения. Вот это вот сильно меня расстраивает. Так, 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 бегут. Давай поставим с тобой сюда гриб. Кого-то надо еще где-то влепить. Опять идут боты Гаргантюа. Роботы. Вот этот гриб хороший, ребята, что он травит. Он потихоньку, полегоньку, но он травит все-таки этих зомбарей. По-моему, он еще их замедляет. А вот то, что они лазерами бомбят, это не есть гуд. Совсем не очень хорошо.
Давай-ка мы, наверное, взрывную мяту с тобой подключим. Ох ты! Они все-таки могут перескакивать, да, барьеры? Смотри, какая тут тотальная зачистка была. Просто ни одного зомби не было. Смотри, смотри, они перепрыгивают все-таки через мои щиты, ребят. Вот так вот. Я думал, что не смогут. Могут. Так, давай мины с тобой, наверное, разбросаем везде. Вон они как делают. Они уничтожают меня изнутри. Подбрасывают своих вот этих мелких, да, которые приходят на мою территорию и начинают взрываться. Так, сколько там секунд? 5. Я думаю, что, ребят, победа здесь все равно будет за нами. Тяжело, конечно, она далась, но, тем не менее, мы победили. А он, смотри, сделал, короче, взял катапульту. Везде катапульты практически, да? И поставил мяту именно на катапульты. Ну, это, как видишь, ему ничего не дало. Так, а у нас с тобой две пиньяты. Так. Слушай, неплохо. Ледяной горохострел. А, и все, понятно. Друзья мои, ну что, мы получаем с вами 30 семян. Вот на это растение. Бенгасетта какая-то. Нужно, сколько там, 150? То есть 50, да, нужно еще, чтобы получить. Чтобы получить сколько? 50 семян? Да, 50. Слушай, ну я не знаю, ребят, вот как по вам? Нравится кому-нибудь вот это вот растение? Оно отталкивает, по-моему, да, если не ошибаюсь, зомбарей. И уничтожает, если не ошибаюсь, надгробие. То есть, а тут пишут, сколько мне еще нужно, да? 199 для того, чтобы ее открыть. Да мне бы достаточно вот до сюда дойти. 300 этих нужно, да? Кубков. Ну что, у нас с тобой еще... Блин, откуда у меня перчаток-то столько? Давай попробуем все-таки заработать с тобой 8 пиньят. Я хочу отомстить за прошлую серию, потому что в тот раз у меня не получилось. Но видишь, в чем смысл? Нам нужно с тобой заработать хотя бы 20 гемов. Я думаю, ты понимаешь, почему, да? Если у нас вдруг что-то не получится, чтобы мы смогли с тобой переиграть. Сейчас мы здесь сыграем и пойдем посмотрим, где можно эти пиньяты... Ой, пиньяты, где эти гемы можно заработать. В принципе, на Penny Pursuit, но там вроде бы все пройдено, что можно было. Почему-то у меня не обновилось то событие. Вот этого я не понял, почему оно не обновилось. Оно должно было, ребят. Так, ладно, ждем с тобой. Угу. Бежит, бежит, хлыщ. Так, выставляем с тобой сразу же орех. Делаем с тобой защиту и погнали. Блин, вот то, что... Конечно, зря. Зря он мне вот сюда вот эту вот мину влепил. Зачем она мне здесь? Конечно, она мне здесь не нужна. Вот так сделаем. Сюда поставим. Вон, видишь, что творит? Вот так вот он взрывает мне мои растения, которые у меня стоят. Так, я... Подожди, подожди, орех, орех. Вот сюда хотел поставить его. И этот, конечно же, довольный, жарит тут все мои растения, а? Гаденыш. Сейчас мы тебе там минами завалим просто-напросто. Давай вот сюда бросим. Сюда ядовитый гриб поставим. И мины с тобой расплодим. Чтобы они здесь у нас везде с тобой были. Удобрение. Так, ну что, вроде бы пока неплохо. По очкам тоже вроде бы пока норм. Ну что там, что там? Блин, пришли. Вот кто их звал сюда, а? Скажи ко мне на милость. Кто звал этих гаргантюа сюда? Так, 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 так. Ать, начинается, блин.
Давай мяту ставить, короче, взрывную. Совсем оборзели, а? Что у нас там? Почти 400 тысяч очков. Почти. Нижний ряд вообще не прикрыт. Нижний ряд не прикрыт. Посмотри. И мне даже некого поставить сюда. Как так-то? Да ладно, серьезно что ли? Чё-то совсем худо. Блин, дайте мне накопить-то на растение хоть какое-нибудь, смотри. Так, щиты, щиты врубаем. Вот. Ну, ребята, еле-еле успел здесь внизу поставить, иначе бы пробили. А он решил сыграть на одних мятах. Да что за тактика такая? На одних мятах сыграл. Так, ну что, мы с тобой получили еще конфет, 6 штук. В общем, нам нужно с тобой заработать сейчас где-то 2 кристалла. Точнее, алмаза. Ну, неважно. Так, подожди-ка, а мы, может... А, тут только конфеты. Слушай, ну где-то же можно же заработать. Да ладно, серьезно что ли? Нигде... Ага, вот тут. Написано, в Penny Pursuit можно выиграть. А, ну это если мы с тобой сыграем хотя бы одну игру, да? Так, хотя бы в одну игру. Так, а что у нас тут пройдено? Ясно. Ну давай вот здесь вот сыграем с тобой по-быстренькому. Вот так вот. 600 монет, я думаю, лишними не будет. Что у нас тут за задание? Давай посмотрим. Йети. На нас будут сейчас бежать йети, я так понял. Ох, ёла. Ну давай возьму лазарбин. Что-то я не совсем уверен, что у меня здесь получится. Возьмем с тобой так. А зачем ты мне нужен-то здесь? Угу, примитивный этот, где у меня? А, его нельзя брать. Тогда возьму гриб и Дейзи. А зачем мне тогда эндуриан, скажи-ка мне на милость? Лучше мы вот так вот уберем с собой и поставим покру. Поехали. Уж не знаю, что тут у нас с тобой получится. Ох, не знаю, друзья. Ну, я знаю, что сзади мы поставим с тобой Дейзи. Погнали. Оп, оп, оп. Фига вы, ребятушки. Прям вот так вот. Чё тут? Ты? Эй! Чё-то назад попёрли. А чё с вами случилось? Ребятули, чё такое? Я не могу, честно говоря, понять даже, что-то происходит. Ну-ка, дай-ка вот так вжарим им. Бум, взорвались. Ну, не все. Покра. Слушай, а что они такие? Тебе не кажется, что они слишком мощные? Что-то уж больно жесткие эти йети. Ой. Ого. Да ладно, ты серьезно что ли? Так правильно надо, блин, эту... Твою же налево, как тут быть-то? Ты посмотри. Короче, погнали. Я не знаю, ребят, как тут быть. Фига они тут устроили мне испытание.
Да это перебор. Че этот-то не улетает? Улетай. Где... где солнце, я не могу понять. Мне не хватает солнечной энергии для того, чтобы вот этих вот уничтожить. Йети-то, посмотри. Слушай, а это еще йети-то оказываются, знаешь, какие? Смотри, механические. Почему вот здесь вот они прошли? А, они вот здесь вот, ребята, проходят, да? Вниз их скидывает. Все, ребят, я понял. Извини меня, и как я здесь должен проходить? Здесь, наверное, должны быть огненные растения против снежных этих йети. Работать, скорее всего. Что-то тут какой-то Unreal идет. Смотри, смотри, что происходит. Ужас, блин. Даже покра мне здесь не поможет. Там вообще он какой уже облезлый. А газонкосилки у нас с тобой не появляются, да? Я понял. Идут, идут, идут. Так, их нужно, ребята, сдувать, по ходу дела. Что-то на попятный поперли. Называется, заработал, да? Смотри, смотри, вот почему они идут на попятный опять? Что с ними не так? Что-то боятся, что ли? Так, тихо. Но я их еще не сдул всех. Трындец. Смотри, что наверху творится. Ну и как быть? Все деньги, нажитые непосильным трудом, ребята, профукал. Че ты прилетел тут довольный такой? Да улетите вы за экран. Они же должны погибнуть. Нет. Понятно. Все. Ой. Ой. Ребята, это же надо было так сфейлиться. Ты посмотри, у меня больше нету денег. Так, я могу... Ага, за рекламку. Так, забираем. Давай, 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 выкидываем его. Фух. Все, друзья мои, обалдеть, заработал, называется. Все деньги, что были, нажиты непосильным трудом, просто сфейлил. Но зато получил 5 гемов. То есть, это для арены. Жесть какая-то. Я не знаю, друзья мои, как с этими гарганти... Ой, с этими йети драться. Им просто все было по барабану. Так, ну что, последний у нас с тобой заключительный бой здесь на арене. Поехали. Тактику будем с тобой придерживаться прежней, что у нас было, да, с грибами, с отравляющими, с минами. Ну и все в том же. Так, стоп. Это лишнее. Так, я уже забыл, что у меня здесь было. Ага, был орех. Слушай, а можно вот этого взять? Он же будет их сдувать, в принципе. Так, мина. И сумочная катапульта у меня была. Так, и взрывная мята. Где она? Вот. Вот таким вот образом, да, у нас все с тобой было? Ну что, я готов? Битва у нас с тобой идет за 8 пиньет. Так, дальше что у нас тут? Мины. Так, вот сделаем с тобой.
заставим потихонечку. Ну и, в принципе, можно начинать. Так, если что, я поставлю... Что с голосом-то? Если что, я поставлю сюда... А что я поставлю? Я ничего не буду пока ставить. Вот орех, да, орех мы с тобой влепим. И сделаем вот так. Да куда ж ты опять мне свои эти, а? Забросал. Ну, хорош. Так, взрывная мята пошла. Пошла, пошла, пошла. Все, одни головешки там валяются. Гриб. Пускай травит там всех налево и направо. Блин, ну вот это вот... Хотя пускай лежит. В принципе, каши не просит, да, ребят? Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, там гаргантюа у нас идет. Недобрый совсем. А там он король. Притулился. Так, два удобрения. Это хорошо. Вжариваем. Сюда поставим орех. Что вы мне тут все это уничтожаете? Все мои растения, которые здесь были, все куда-то исчезли. Так, давай сюда вот орех поставим. И вот так вот. Все, хорошо. Пока норма. Так, давай, наверное. Нет, пока не будем. Вот так вот сделаю лучше. Ну, орехи пока целые, так что ничего не делаем. Нам нужно именно... О! Взрывная мята как раз кстати. Грибок отравляющий тоже вовремя выпал. Посмотри, смотри, 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 смотри. В наглую просто, а? Гаргантюахи. Кого нам не хватает? Этот ряд полностью истребили. Вот этот вот. Средний. Остались тут одни мины у нас. Так, что у нас по очкам? По очкам, ребята, мы чуть-чуть отрываемся от нашего противника. Совсем на чуть-чуть. Он уже практически нас догнал. Именно об этом я тебе в тот раз и говорил. Он почти мне, ребята, наступает на пятки. Если честно. Почти, почти, вот, ребята, вот. Все, я еле-еле вырвал у него победу и... Так, что, и пиньятушка. 8 штучек наши. Наконец-то, наконец-то. Справедливость восторжествовала. И мы с тобой зарабатываем нашу награду. Так, 10 двойных солнечных цветочков, подсолнухов. Так, примитивный подсолнух. Водоросли. Еще и готова улучшиться. 10 штук бонгчой. Так, 10 морозных арбузов. Эндуриана, который у нас и так готов прапаться. Ну и ледяной грохострел. О, взрывной орех. И все. Да, друзья мои. Ну, я считаю, неплохо сегодня повоевали. 155 корон у чувачка на первом месте. Ну, ничего страшного. Так, а мне тут показывают, что... Рэй, тебе пора тут прокачать растения. Так много, что я даже не знаю, где мне столько золота взять. Ну, если бы мы с тобой не пошли бы, да, например, в Penny Pursuit, одно растение, ну, максимум два я смог бы прокачать. А так я получил просто 8 пиньят. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!